В Магадан пришли дожди. Они дали о себе знать в понедельник утром 10 августа и стихли всего лишь на сутки. Синоптики обещают продолжительные осадки с середины недели. В среду 12 августа в городе ожидается сильный дождь. Спасательные службы распространили экстренное предупреждение о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций. Одновременно в прогнозе похолодания столбик термометра днем не поднимется выше 14 градусов. В среду 12 августа при формальных плюс 13 из-за ветра восточного направления до 10 метров в секунду будет казаться, что осень уже готова вступить в свои права. Пасмурно будет всю предстоящую семидневку. Солнце покажется на непродолжительное время в пятницу и выходные.